Власть работодателя над работником на самом деле очень велика. Связано это прежде всего с тем, что очень большая доля оплаты – это премии, которые нигде не фиксируются, не записаны в контракт. Экономика крайне неоднородна. Рабочие места в разных секторах очень разные. Люди получают либо огромные деньги, либо очень маленькие деньги на искусственно созданных, искусственно поддерживаемых рабочих местах. Как ситуация изменится, как только работодатель получит больше гибкости в отношениях с работником, при этом зарплаты будут белыми и оплата полностью будет зафиксирована в контракте. С другой стороны, конкурентоспособность повысится, как только в экономике будет больше конкурентных секторов, в которых зарплата гораздо больше определяется рынком, чем желаниями властей, чем желаниями работодателей и его вынужденной необходимостью поддерживать рабочие места. Я хочу рассказать, как возникли профсоюзы в России. Оказывается, Столыпин дал указание своим чиновникам подготовить трудовой кодекс. Они спросили, как это делать? А вы, говорит, возьмите германский и попробуйте его приспособить. Они сделали это. И обнаружили, что у нас нет профсоюзов. Говорят по Столыпину, профсоюзов-то нет. Тогда он дает жандармскому ведомству указание создать профсоюзы, подобрать соответствующих людей, лояльных к власти и так далее. И так возникли профсоюзы на многих крупных предприятиях России. Советские профсоюзы создавались абсолютно таким же образом. Это были приводные ремни партии сверху. Реально профсоюзы есть структура гражданского общества и создаются снизу. И вот так называемые независимые профсоюзы, те свободные первые, а значит независимые. Независимые возникали, как правило, на волне забастовок. Вот конфликт какой-то трудовой, собираются работники, вот они там активно отстаивают свои права, и возникает профсоюз. Период подъема такого рабочего движения, что называется, и период спада – это волны, волны. В горбачевское время и первое постгорбачевское был период подъема. Потом какое-то такое плато. Сейчас можно сказать, что да, снова намечается некий подъем. Если сравнивать с советским временем, то, конечно, тогда, хотя это был тоталитарный, полутоталитарный и, в общем, нехороший режим, но рабочие знали свои права и очень даже их отстаивали. Наш человек, типичный россиянин, он не верит, что закон защищает его интересы. Закон защищает интересы государства. Так оно сложилось давно. А западный, он считает, что это его интересы защищает как раз закон. Вот в чем штука. Значит, тут целый период пройдет, пока произойдет такой перелом в сознании относительно закона и кого он защищает.